Девочки, всем привет! Сегодня я буду вам показывать, как вяжется вот такая ажурная нежнейшая салфетка. И ее можно использовать как декор или как украшение, или как подставка для горячего, может быть, для вазы или для цветов. На ваше усмотрение, насколько хватит вашей фантазии. Вяжется она очень легко и быстро. Значит, берем пряжу тонкую, у меня ирис, это 100% хлопок. Так, ну здесь, по-моему, 25 грамм у меня в одном моточке. Вот у меня остатки остались, и я на них решила вам показать, как вяжется такая салфеточка. Беру крючок 1 миллиметр. То есть у меня крючок меньше, чем пряжа. То есть чтобы вот арочки из воздушных петель были плотнее, нужно брать крючок тоньше, чем пряжа. Вот не как, обычно я бы взяла, например, при обычном вязании взяла бы номер крючка под эту пряжу где-то 1,3, может быть, даже 1,5 миллиметра. Но в данном случае я беру 1 миллиметр крючок, чтобы воздушные петельки были плотнее. Ну и приступаем к вязанию. Набираю я 6 воздушных петель. Набираю 6 воздушных петель. И замыкаю вот эту цепочку в колечко, в последнюю петельку от крючка, вкалываю крючок и вытягиваю рабочую нить. У нас колечко. Одна воздушная петля подъема. И в это же колечко, в серединку, провязываем столбик без накида. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в это же колечко в серединку вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в колечко. Мы вяжем вот такие лепесточки, арочки из 5 воздушных петель. Таких арок должно быть 8. Сейчас свяжем с вами 7 арочек. И 8-я арка будет последняя. Там я покажу, как нужно закончить вязать ряд. То есть всего у нас должно быть сейчас 7 арочек. Вяжем, продолжаем вязать. Связала я 7 арочек. И сейчас будет 8-я арка, последняя. Вот здесь все подтягиваем, стягиваем, как бы, чтобы лепестки все вместились в это колечко. 2 воздушных петли. Делаю накид на крючок и провязываю столбик с накидом. Вот сюда вот в первый столбик без накида, вот мы начинали с вами вязание, мы провязываем столбик с накидом. А таким образом мы с вами оказались в середине арочки. И следующий ряд нам нужно начать из середины вот этой арки. Следующий ряд второй. И начинаем его вязать также. Одна воздушная петля подъема, сюда же в арочку столбик без накида. 5 воздушных петель, в следующую арочку столбик без накида, 5 воздушных петель, в следующую арочку столбик без накида. И так вяжем до конца. В конце опять же покажу, как закончить вязать этот ряд. Заканчиваем вязать ряд. Осталась последняя арочка. 2 воздушных петли, накид на крючок и в начало ряда, вот сюда в столбик без накида, провязываем столбик с накидом. Таким образом мы опять оказались в середине арочки. И следующий ряд начинаем из серединки вот этой арки. 1 воздушная петля подъема и сюда же столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. Столбик без накида под следующую арочку. И здесь у нас с вами добавляется как бы арка. Сейчас объясню. У нас вот здесь вот в арочке мы будем вязать одну арку. И в середине между арочками еще одну арочку. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. И под эту же арочку столбик без накида.
раз, два, три, четыре, пять воздушных петель. Под следующую арочку столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Под эту же арочку столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь переходим на следующую арочку. 5 воздушных петель, сюда же столбик без накида. То есть у нас получается с вами арочка, и потом между двумя арочками следующая арка. Опять здесь же одна арочка образуется, потом между арочками еще одна. То есть мы с вами прибавляем. Вяжем до конца. В конце покажу, как закончить вязать ряд. Заканчиваю вязать ряд. 2, 3, 4, 5. Вот у меня последняя арочка осталась. Как бы вот у меня начало ряда. Я сюда вяжу столбик без накида. И получается, мне нужно связать еще одну арочку. 2 воздушных петли, накид на крючок. И в начало ряда, вот в столбик, мы заканчиваем этот ряд точно так же, как все предыдущие. Чтобы оказаться в середине арочки, провязываем столбик с накидом в начало. И получается вот у нас законченный ряд. Вот начало мы с вами связали между арочками арку. И вот мы с вами закончили, как бы вот она арочка между арками. И вот она та, которая дополнительная. Вяжем следующий ряд. Четвертый получается. Одна воздушная петля подъема. Сюда же под арочку столбик без накида. 5 воздушных петель. Столбик без накида под следующую арочку. Раз, два, три, четыре, пять. Столбик без накида под следующую арочку. То есть здесь мы с вами вяжем арочки из 5 воздушных петель. Под каждую арочку столбик без накида. И так до конца ряда. В конце ряда заканчиваем его вязать, так же, как и предыдущие. Довязываю 4-й ряд до конца. 2 воздушных петли, накид, столбик с накидом. В столбик без накида в начало ряда. Вяжем следующий ряд. Одна воздушная петля подъема. Это 5-й получается. 1, 2, 3, 4, 5-й ряд. Одна воздушная петля подъема. И под арочку столбик без накида. Теперь вяжем пико. Здесь у нас в узоре добавляется пико. 1, 2, 3. 3 воздушных петли. И вот здесь у нас с вами в столбик без накида мы вязали. Вот есть две перемычки, как бы столбик. Я вот так вот вкалываю под них крючок, завожу и провязываю соединительную петельку. То есть это нужно для того, чтобы вот это пико, петли, они не вытянулись. То есть, ну, так, на мой взгляд, красиво получается. То есть 5 воздушных петель. Столбик без накида под следующую арочку. И здесь же вяжем пико. 1, 2, 3 воздушных петли. Вот под 2 полупетельки вводим крючок. Вытягиваем рабочую нить. Продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Столбик без накида под арочку. И сразу же пико. 1, 2, 3 воздушных петли. Вот сюда вытягиваем рабочую нить. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Пико. 1, 2, 3. И соединяем его в основание. Вот здесь вот соединительная петля. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида и так далее. То есть весь ряд вяжем арочки из 5 воздушных петель, столбик без накида, пико. Заканчиваем вязать 5-й ряд. 1, 2,
2 воздушных петли и вяжем столбик с накидом вот сюда в столбик без накида в начало ряда. Опять мы оказались в серединке арочки. И следующий 6-й ряд будем вязать точно так же, как 5-й, только здесь у нас увеличивается количество воздушных петель. 6 воздушных петель. Значит, 1 воздушная петля подъема. Сюда же столбик без накида. Вяжем пико. 1, 2, 3. Соединяем его соединительным столбиком. Теперь 6 воздушных петель, столбик без накида под арочку и пико. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида под следующую арочку, пико. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида под следующую арочку и пико. Заканчиваем вязать 6-й ряд. И теперь здесь в этом ряду в конце ряда провязываем 3 воздушных петли. Накид на крючок и столбик с накидом в начало ряда в столбик без накида. Следующий ряд, 7-й. 1 воздушная петля подъема под арочку, столбик без накида. Вяжем пико. 1, 2, 3. Соединяем его. Этот ряд вяжется как предыдущий, только добавляется по 1 воздушной петельке. Здесь мы вязали 6 воздушных петель. В этом ряду будем вязать 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, столбик без накида под арочку следующую и пико. 1, 2, 3, 3 воздушных петли, соединяем его. То есть пико у нас остается неизменным по 3 воздушных петельки. Сами арочки мы увеличиваем на 1 петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, столбик без накида. Пико. 1, 2, 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пико. Соединяем. И так далее. Заканчиваем вязать 7-й ряд. 3 воздушных петли. Делаю теперь 2 накида на крючок и в начало ряда в столбик без накида вяжу столбик с 2 накидами. Следующий ряд, 8-й. 1 воздушная петля подъема под арочку, столбик без накида, пико, 3 воздушных петли, в основание соединительная петелька. 8 воздушных петель, столбик без накида под арочку, под следующую, пико, 3 воздушных петли, в основание соединительная петелька. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, столбик без накида и так далее. То есть в этом ряду мы вяжем арочки из 8 воздушных петель. Пико у нас точно так же остается, 3 воздушных петли. И вяжем так ряд до конца. Заканчиваем вязать 8-й ряд, 4 воздушных петли, 2 накида на крючок. И вяжем столбик с 2 накидами в начало ряда, в столбик без накида. Так. Таким образом мы с вами опять в серединке арочки. Следующий ряд, 9-й.
1 воздушная петля под арочку, столбик без накида, пико в основание, соединительная петелька, 9 воздушных петель, столбик без накида под следующую арочку, пико, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, столбик без накида под арочку. Вяжем все то же самое, только теперь у нас арочки состоят из 9 воздушных петель. Довязываем ряд до конца. Так, довязываем 9 ряд, 4 воздушных петли. Теперь вяжем 3 накида на крючок, делаем и провязываем столбик с 3 накидами в столбик без накида в начале ряда. Следующий, 10 ряд. 1 воздушная петля подъема. Под арочку столбик без накида. Вяжем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Этот ряд 10, немножко по-другому будем вязать. 3 воздушных петли. Теперь пико. Еще 3 воздушных петли. 1, 2, 3. В третью петельку от крючка вкалываю крючок, вытягиваю рабочую ниточку через 2 петельки. Я связала пико. 5 воздушных петель, 3 воздушных петли еще, то есть 5 воздушных петель арочки и пико вяжем, еще 3 воздушных петли. То есть всего получается 8 воздушных петель и в третью петельку от крючка соединительная петелька. То есть вот мы связали пико, 2 воздушных петли. И теперь под следующую арочку столбик без накида. То есть у нас под одной арочкой получается 2 пико. Продолжаю. 1, 2, 3. 3 воздушных петли. Теперь вяжем пико. 1, 2, 3. В третью петельку от крючка. Соединительная петля. Связали пико. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пико. Еще 3 воздушных петли. И теперь в четвертую петельку от крючка провязываем соединительную петельку. Заканчиваем вязать 9 ряд. Здесь мы заканчиваем его обычным способом, то есть связали арочку, 2 пико, и делаю соединительную петельку в начало ряда в столбик без накида. Следующий 10 ряд я должна начать вот отсюда, с серединки следующей арочки. Я соединительными петельками подхожу вот к этому месту. Так, в каждую петельку я вкалываю крючок и вытягиваю рабочую нить. То есть я делаю соединительные петли. Так, соединительная петелька в пико, в серединку. Так, вот я оказалась в серединке следующей арочки. И теперь 1 воздушная петля подъема под арочку, столбик без накида. Здесь вяжу 3 воздушных петли. Дальше 3 петли пико. В четвертую петельку от крючка соединительная петля. То есть это у меня пико. Далее 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Плюс 3 воздушных петли. Это пико. В четвертую петельку от крючка делаю соединительную петлю. Дальше 2 воздушных петли. В следующую арочку столбик без накида. То есть вяжем этот ряд так же, как 9, только у нас с вами увеличивается 1 петелька.
Вот здесь у нас 6 воздушных петель в серединке. И повторяем. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. В четвертую петельку от крючка соединительная петля. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В четвертую петельку от крючка соединительная петля. 2 воздушных петли, столбик без накида под следующую арочку. И так далее. Так вяжем ряд до конца. И в конце ряда просто делаем соединительную петельку в начало ряда. И наш узор, наш мотив, салфеточка будет готова. На этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам все понравилось, было все понятно и узор вам пригодится. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока-пока.